Совет по благоприятному инвестиционному климату и созданию условий ведения предпринимательской деятельности районной администрации, или, как его уже давно кратко именуют, на «Инвест-час», обратилась руководитель малого предприятия «Шоколад-студия» Валентина Ким. Фирма выпускает подарочные фигурные изделия из шоколада по оригинальной технологии, поставляет их в магазины. По стоимости изделия предприятия колеблются от 60-70 рублей до нескольких тысяч в зависимости от размеров и сложности дизайнерского решения и исполнения. Шоколад-студия нуждается в увеличении производственного помещения до 150-200 квадратных метров. Наша история как предприятие начинается в 2009 году, то есть история создания от идеи там одной фигурки как хобби. Вот. Через полгода у нас уже был кондитер наемный, вот. Потом уже следующий. Сейчас у нас их 5 человек постоянных, в сезон увеличивается до 12 кондитеров. Сейчас у нас уже полноценный цех есть, 50 квадратных метров плюс склад, но хотим расти дальше, хотим развиваться. Предпринимателю будет оказано необходимое содействие в подборе помещения, а также в увеличении сбыта, заверили на совещании. Под продукцию предприятия можно будет спланировать новые торговые киоски на пешеходной зоне в Щелкове на Парковой улице. Ставите, предположим, стационарный торговый объект и рядом где-то на лето кофе, чтобы продавали. Вот шоколадочка, кофе, люди с удовольствием, мне кажется, и заодно и покупать будут, и как бы у них будет время провождения, а то у нас, видишь, пивные точки открывают, а вы тут раз, и с такой, с брендовой идеей, плюс воплощением таким своего гражданского долга по отношению к воспитанию людей в плане времяпровождения культурного. Андрей Цеходович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».